Привычное место – ярмарка выходного дня на улице Приборостроительной поменяет на специально отведенную под торговлю территорию. С 6 февраля она будет располагаться на площадке у торгового комплекса по улице Лескова, 19. Мы переводим совместно с администрацией города, совместно с хозяйствующим субъектом ООО «Крытый рынок», который предоставит торговые места на ярмарке выходного дня, субботу-воскресенье, на улице Лескова, 19, также торгующим бесплатно, что позволит сохранить низкий уровень цен для населения. На рынке будет работать ветврач, расположен холодильное оборудование и камера для хранения товара, что позволит вести торговлю не только по выходным дням. Доехать до нового места ярмарки можно будет бесплатно. Организован рейс маршрутного автобуса, который будет бесплатно подвозить наших покупателей от улицы Приборостроительной до непосредственно новой ярмарочной площадки.